Всем привет, друзья! Добро пожаловать на еженедельный челлендж «Найди раскрас» по раскраскам антистресс, где все мы раскрашиваем на определенные темы и обычно на каждую тему у нас по одной неделе. Сегодня подведем итоги по теме «Вулкан». Непростая тема, возможно, не очень интересная в плане раскрашивания, да, но тем не менее я показывала в прошлом видео, было много интересных иллюстраций, в частности от Кирби Розанеса, в его стиле необычные вулканы, фантазийные. И, конечно же, как результат, да, у нас очень много работы от Керби. Эта галерея у нас получилась как бы галерея Керби. Всего пришло 84 иллюстрации. Это вот наша 10-я тема. И это первый раз, когда у нас меньше сотни иллюстраций. Но все равно это довольно приличное количество, 84. Ну так вот, из этих 84, 25 иллюстраций это от Кирби Розанеса. На втором месте, ну, с большим отрывом, это «Вулкан из круга жизни». Также у нас есть Джозеф Каттенбанк, Фабиана Атаназио, Ханна Лин. Есть иллюстрации из раскраски «Велосипед». И «Тайна стихии» от Виктории Дорофеевой. Тоже вот несколько прям иллюстраций. Не часто бывают работы от этого автора. Вулканы у нас и такие огненные, фантазийные, реалистичные. И есть потухшие вулканы. Есть у нас гора Фудзияма, Япония, да. Честно говоря, я не знала, что это, оказывается, вулкан. Я вот просто думала, это гора. Нет, оказывается, действительно, это вулкан. Так что вот что-то новое открыла. И, кстати, мне в имейле тоже написали некоторые, что это было открытие, что Фудзияма – это, оказывается, вулкан. В общем, довольно интересно получилась галерея такая. Огненная, горячая, со всеми этими вулканами. Есть дорисовки, вот прям конкретно вулканов, а есть просто превращение горы в вулкан. Тоже такие иллюстрации есть. Мне всегда нравится смотреть на вот такие дорисовки, потому что, ну, мне кажется, это не так легко. Надо придумать, куда это дорисовать, как это дорисовать, чтобы уместно смотрелось. В общем, все молодцы. Так, что я раскрасила? Тоже Кирби Розанес. Посмотрела, что у меня было. И выбрала я эту раскраску. Хотя я колебалась между вот его новой с этими с инопланетными существами. Но потом все-таки взялась на эту. У меня до сих пор была всего одна раскрашенная иллюстрация в этой раскраске. Прям вот какой-то позор, да? Поэтому я решила, ну, надо раскрасить еще одну. Эта первая иллюстрация, она как-то вот мне не очень нравится, как получилось. И, возможно, из-за этого мне вот как-то пропал интерес браться за эту раскраску. Вот, ну, а так, чего она лежит, думаю, ладно, раскрашу. Ну и вторая причина, конечно, потому что это не разворот. Кстати, будут у нас развороты от Керби. Вот, постарались, и некоторые девчонки раскрасили прям целые развороты от Керби. Респект. Да, ну у меня вот такая получилась. Вот таких работ, считаю, вместе с моей 11 вот этой иллюстрации. Все, конечно, разные, посмотрите вариации. Вроде все просто, да, что тут особо можно по-разному раскрасить, но тем не менее всех по-разному смотрится. Моя вот такая версия. Ну, тоже понятно, что это как бы огонь, огненные лисицы такие, поэтому в красках огня я раскрасила. Вот, вот такая гора. Ну, я хотела как бы ночь изобразить, поэтому вот такое вот сияние. А тут, конечно, самое вот часть, которая будет отличать иллюстрации, это фон в основном, да. У всех он как бы разный. Ну, вот у меня такой.
Этой иллюстрации я больше довольна, чем предыдущей, которая у меня в этой раскраске. Так что, возможно, что-нибудь еще раскрашу. Довольно легко она у меня раскрасилась. Здесь у меня в основном Derwent Light Fasty, а для фона это Inktense и чуть-чуть доработка карандашами, ну, чтобы вот туда черный более зачернить, я хотела вот изгладить больше. Вот так у меня получилось. Ну что же, давайте теперь посмотрим на все присланные работы. Есть какие-то неожиданные иллюстрации. Например, я была удивлена, иллюстрация с вулканами в стиле, картинка в стиле арт-нуво, да, как-то не ожидаешь там вулканы увидеть. Ну, в общем, и довольно интересно. Надеюсь, вам понравится. Поехали!
что ж, друзья, вот такой была наша галерея работ по теме «Вулкан». Всем спасибо, кто прислал свои работы. И, как я уже упомянула, это была наша 10-я тема из 100. И, друзья, мы закончили 10-ю часть нашего челленджа, да, «Раскрась 100 тем». Так что, кто не пропустил ни одной, поздравляю. Вот так потихоньку мы и будем продвигаться. Пока что, смотрю, энтузиазм у не увял у большинства, да, все так же активно раскрашивают все те же участники. Напомню, какие у нас уже были темы: гитара, подушка, тюльпан, морской конек, божья коровка, чемодан, медальон, пугало, гнездо и вулкан. Напишите, какая вам тема понравилась, возможно, вам лично понравилось раскрашивать на какую-то тему, или какая-то галерея по какой-то особой теме вас впечатлила. Мои личные пристрастия, наверное, морской конек, и вот пугало мне понравилось, и галерея, да, тоже было много каких-то интересных работ, таких неожиданных, и довольно она такая атмосферная получилась, да и само мне раскрашивать было интересно тоже на эту тему. Ну, пишите, мне будет интересно. Так, ну что же, определимся теперь с 11-й темой, да, начинаем второй десяток, и давайте узнаем, что это за тема нам выпадет на этот раз. Ну что ж, друзья, после некоторого перерыва нам снова выпала тема из нашего прошлого сезона «Фонарь». Да, тоже попросили меня включить эту тему в новый сезон. Мне тоже понравилась эта тема. Я помню, был большой выбор иллюстраций. Это и какие-то уличные фонари, да, и, конечно же, китайские фонарики. Много чего можно найти на разную тематику. Так что, думаю, проблем не будет у меня в поисках иллюстраций для этой темы. Я думаю, в прошлый раз я раскрашивала в моей любимой раскраске Moon Blossoms, как так подозреваю. Там много таких китайских фонарей и, ну, вообще азиатские, да. Вот, посмотрю, может быть, что-нибудь на другую тему найду. Ну, в общем, увидимся через секунду. Ну что, друзья, как я и предполагала, очень много иллюстраций с фонарями, разной тематики, раскраски, разной стилистики. Ну, я уже постаралась выбрать, что мне более интересно. Конечно же, у меня есть любимцы в этой теме, иллюстрации имею в виду. Конечно же, это Moon Blossoms от Катрины Полон. Очень красивая иллюстрация. Еще две с фонарями у меня здесь уже раскрашены. По-моему, вот эта одна осталась. Очень красивая. Это городок Хуян во Вьетнаме. Я была там, да, действительно. Этот старинный город украшен такими вот красивыми фонариками. Вот, ну, я хочу продвигать эту раскраску. Ну, скажем так, это мой самый главный фаворит. Будет трудно мне удержаться и не раскрасить эту иллюстрацию. Но, тем не менее, много других интересных иллюстраций. Magical Earth от Джозефа Катценбанга. Здесь, по-моему, аж 4 иллюстрации я заложила на любой вкус. А вот такая есть. Ну, пожалуй, вот из этой книги вот эта у меня любимая. Здесь тоже, смотрите, сколько фонарей. Такая вот черепаха интересная. Вот. Потом есть... А вот такой китайский, типа, не знаю, замок, дворец. Ну, тут вот маленький фонарик. Ну, и вот это, наверное, вот летающий, да, который запускают они тоже фонарики. Потом, что еще есть? А, ну, вот такой есть. Интересный вариант. Тоже вот здесь у нас фонарь, здесь. Ну, тут как-то больше всего как-то наворочено. И последнее тоже какой-то как бы замок.
И здесь вот такие маленькие фонарики. Ну, в общем, интересно, большой выбор, если у вас есть эта раскраска, прям вот есть еще его выбрать из одной раскраски. И Mythographic Cosmic Spirit, это Фабиана Атаназио. А здесь тоже есть интересная иллюстрация, вот такая, много фонарей, прям такие вот они тут конкретные. Это кто у нас? Отшельник, да. Ну, вот это, пожалуй, тоже отнесу к своим фаворитам. Очень нравится. Дальше пиратская тематика. Вот эта раскраска «Пираты и русалки». Тоже у меня есть пока только одна работа выполнена. Ну, вот такая вот есть интересная история. И вот здесь у нас фонарь. Ну, что мне здесь, конечно, не нравится, так это вот большое количество вот таких каких-то неинтересных элементов. Пол, стена, вот этот стол деревянный. Ну, кто любит какие-то текстуры, да, там вот раскрашивать, наверное, им интересно. Ну, я не любитель. Вот мне интересны персонажи, вот это вот все, да. А вокруг как-то так, ох, скучно. Надо стараться эти камни, древесину вырисовывать. И еще одна пиратская тематика. Это «Пираты» от Р. Джей Хэмпсон. Ну, здесь другой стиль, более такой мультяшный. Попроще иллюстрация, прикольная. Ну, и вот здесь, видим, фонарь висит. Тоже мне нравится, в принципе. Хотя тут тоже такое большое пространство, море, небо. Ну, кажется, мне попроще вот это вот. Дальше Гугели. Гугели. Кому как нравится произносить. А здесь есть несколько тоже. Ну, какие-то они мне показались сложными. Вот из всех, которые попроще, вот это мне понравилось. Ну, пожалуй, что это тоже вот отнесу к фаворитам. Тоже мне нравится какая-то такая вот история с этой картинкой. Какой-то такой печальный мужчинка. Это женщина, наверное. Непонятно. Ну, вот, короче, вот эти фонари. У кого есть эта раскраска, посмотрите. Есть еще другие тут варианты с фонарями. Может, кому понравится. Татьяна Богема, Vintage Classic 3. Вот такая есть картинка, тоже такая интересная довольно. Такой кораблик, белье тут сушится. Ну и вот фонарик там без. По-моему, я эту откладывала иллюстрацию в прошлый раз, потому что как-то так помню ее. Ну и последняя, это Ханна Карлсон. Думаю, Джанна Бесфорд тоже найдется. Найдутся иллюстрации с фонарями. Ну, вот в временах года, по-моему, я только один здесь заметила. Ну, вот этот вот разворотик. Он уже, правда, зимний, как бы. Наверное, уже типа под Рождество, нет. Ну, в общем, это зима уже. Или это осень еще. Что-то я запуталась. Нет, это зима. А, вот смотрите, еще тут оленя. Это я пропустила чуть этого оленя. Ну, вот тоже, смотрите. Правда, это вот не совсем сезон. Зима тут уже. Ну, мало ли, кому-то захочется зиму раскрасить. Вот это, в принципе, интересное. Даже мне больше нравится, чем это. Ну, в общем, хороший выбор иллюстрации по этой теме, что мне нравится. Ну, вот разнообразие можно найти по стилистике, по тематике. Думаю, будет интересная галерея через неделю, так что буду ждать ваши работы. На сегодня все. До следующего раза. Пока!